и почему там остановился. И это просто продолжение. И мы будем останавливать на вот этом кафе Батяне. Я не знаю, за что Батяне взял себе ник. О, нормальный теперь ник. Так, я напишу Батяне. Ой, он. Тяня. Ры. В. Всем привет. Короче, он какой-то неразговаривый. Похоже, ребят, как у меня его нет у номера. То давайте хоть посмотрим, что здесь зеркало. Вот такая вот штука. Можно танцевать и смотреть на себя. Тут, тут. Потянем. Так, я сейчас. Так, я 7 сейчас. Пойду. Так, я обычный пончик. Классно. Ой, прости, Батяня. Батяня стойкая. Вот мой пончик. Я его кину под стол, Батяня. Ладно, лучше я его съем. Все. Давайте посмотрим только его постройку. Короче, стойкие лампочки, типа такие. Украшения прикольные. Два. Может, здесь еще что-то? Посмотрю. О, здесь какая-то игра, что ли? Колебельная для детей. Да, это колебельная. Ну, колебельная, но не важно. Так, давай. Батян. Ну да, не стойте. Так. Хорошая. Ща. Хорошая. Постройка. Хорошая постройка. Ладно, он какой-то не говорящий сегодня. Ладно, мне кажется, это последняя постройка какого сегодня. Это постройка Нубаса. Вон такой же Нубас, как гор. Гор. Только у него другой ник. Он тоже начальный почти игрок. Это, ребят, сейчас нашел отель. А мы продолжаем. Так, ребята, вот это моя стройка. Он такой же Нубас, и это вон. Я добавлен в Вайбере. Он не писал, что это отель. Вон только каблука не умеет так хорошо писать. Так, он такой же. Вот, вот, море. Привет. Море. Так. Чего тебя так сделать? Короче, гаражик. Давайте зайдем в этот гаражик сейчас, ребята. Оп-оп-оп. Опа, но. Так, тихо, все, ребят. Все, ребят, мы закрываем. Заходим. Кстати, не продумано здесь. Здорово. Так, ребят, я не знаю, что с ним. А, он, похоже, показал квартирку. Здесь, короче, вот картина. И жарится стул. Блин, ты офигевший? Жарит стул. Нормально это? Нормально? Я спрашиваю. Да, мне нормально. Блин, ты сломал себе попку. Ладно. Да, конечно, мы подходим к концу. Блин, наконец-то. Всем пока.